Всем привет! Такой будет ужин у меня. Бургер. Сейчас мы сделаем бургеры с котлетосом из курицы с помидорками двух цветов. Это желтый, тот красный. Огуречек соленый и сырок плавленый. Чизбургер. Типа для чизбургеров. И кетчуп, и майонез туда пойдет, и лучка, если нарежу. Немножко, я думаю, этого достаточно будет вполне. KFC там эти, MFC отдыхают. Макдональдс выручает, а KFC мне не нравится, лично не знаю, конечно. Кому-то это нравится, но с куриными котлетами KFC-шными мне что-то не нравится. Вот. Это так, сейчас булочки разрежем плавненько. Булочки покупные. Название могу сказать, как называется. Не всегда они продаются, правда, в магазинах. Бывают, но не такие. Скажем, без рекламы. Вот, называется. Вот. Так вот. Бургер Банс. Делает Дан Кейк. Дан Кейк, если кто знает, делает или делал рулеты такие. Продавались Дан Кейк. Но они больше по кондитерской теме. Сейчас что-то я давно не видел, но вот стали булки клепать. Вот. И также котлеточкой разрежу. Потоньше сделаем, потому что будет жирнейший бургер, который американцы только могут съесть по размерам, габаритам, который весь разваливается и так далее. Поэтому потоньше немного. Вот. Так, еще я туда добавлю вот такую штуку. Шейка, нарезка. Будет как это, chicken bacon. Там как раз прям слоями сейчас сделаем. Будет все хорошо. Тут, если пэмик надо как-то порезать так, чтобы он тончайший не был. Чтоб не разваливался, как бы. Вот они сделают бургер, вроде красивые. Берешь, а он весь разваливается. Вот помидорки. Конечно, все равно получится, но все равно может не так получиться. Ну ладно, попробую я. Нет. Я не работал в Макдональдсе, поэтому четко я не могу сказать, как это будет выглядеть. Постараюсь сделать, чтобы все было красиво. А вот огурцы, я помню, соленые добавляли. Хайнс тоже. Фирма-производитель. Но тоже, в смысле, как и кетчупы, вот эти соленые огурцы в этих упаковочках. Это они, то есть они с компанией Heinz там. Лады-лады. Ну что-то почему-то компания Heinz, похоже, отказалась от них делать это все дело. Уже непонятно, кто там чего. Это ладно, не касается коммерческой тайны их. И так далее. Вот, в общем-то, наверное, поехали. Сейчас вот это вот положу как тарелку. На тарелю. На тарелю положим. Такая вот красотень получается.
Сейчас лукан. Лука туда немножко надо все-таки. Колечками лук нарежем. Для консистенции хорошей. Лук неплохой. Бывает, продается лук репчатый, вообще совсем его невозможно даже вообще есть и разрезать. Вот этот свежий. Ну как свежий? Не знаю. Прошлогодний, может, не знаю, но такой в сохране хорошем. Что вот. Вот так вот колечками нарезал немножко. Сейчас чуть-чуть. Еще немного. О. Все, это хватит, я думаю. Бургеры сделать, не знаю, не делал. Точнее, разок вру, я делал разок, и какой-то получился такой. Булки были плохие. Вот это нормальный булки. Сейчас будем делать бургер. Будет бургер-ору. Сейчас это. Этих почистим сырков. Это самая нужная начинка. Я с таким сыром делал буррито, очень вкусно. У меня этот типа чизбургер называется. Вот. Все как раз должно быть растаемое. Но все равно этот сыр тоже он из этого делается. Такой. Ну, порошковый. Ну, не знаю, но вкусный. Мне нравится. Стали сыр уже не такой вот производить, как что был Виола, был вот, который самый смачный. Он тоже стал уже. Не Финляндия делает, а в России. Вот. Он уже стал ассистентом такой весь там. Просто ставить там дело. Вот, ну в общем-то, в принципе, все вот ингредиенты: булка, кетчупан, помидор, куриная котлета, лук, огурец соленый и вот шейка ветчина. Я сейчас сделаю вместе все это, как-то скомпоную, покажу вам. Вот такие получились бургеры. Попробуем горячие, правда, еще сейчас. Во, такие прям. Вот я почему не люблю бургеры, они все разваливаются. Ну, ладно. Просто бесит, когда вот, например, в этих забегаловках есть их, они прям все в руках раз, особенно Биг Мак какой-нибудь там взять, и вот весь такой. Ладно, Биг Мак, Мак еще срак. Вот KFC, я не знаю, конечно. Хейтеры могут появиться насчет KFC, но я не люблю KFC вообще никак. Все это какие-то они не вкусные, не знают, ну как не так. Вот, ладно, попробуем. Даже вот прям, даже, наверное, надрежу их, потому что так я сейчас возьму и все расползу. Так, наверное, будет лучше. Вот такой бургер получился. Пробуем. Класс. Ну, это то же самое, только позиции по-другому я положил. Ну, то же самое будет по-другому. Вкусно. Достаточно вкусно. Так что, да, если покупные, если как-то вот хоть чувствуешь, что это настоящее, там не поймешь, что это что делается. Все. Очень много жира, очень много масла. Вот такие бургеры.
Всем хорошего настроения. Добра. Делайте бургеры иногда. Вот. По настроению. Всем пока. Всего хорошего. Приятного аппетита.